каких только районах Красноярска я не побывала и какие только виды на жительство не изучила, а до сих пор даже у меня нет четкого понимания, как, по каким критериям определяется класс жилья. Смотришь на дома, с виду вроде похожи. Нет, один эконом, второй комфорт класса. В чем разница? Давайте разбираться вместе. Разбираться предлагаю вместе с экспертом в этой области Андреем Тихоновым, членом Союза строителей края. В градостроительном кодексе Российской Федерации есть четкие нормативы, на которые ориентируется застройщик при возведении жилых комплексов. Для эконом-класса эти нормативы минимальны. Есть застройщики, которые строят без парковок, без там какого-то благоустройства. То есть минимально. Вот положено там одна качелька, вот одна качелька. Да, положено там, грубо говоря, одна скамейка, вот одна скамейка. Это вот эконом-класс. Да, то есть потолки 2,50. Ну, то есть все минимально-минимально, ровно для того, чтобы соблюсти нормативы, пройти экспертизу и потом ввести дом в эксплуатацию. Жилье эконом-класса – объемный сегмент рынка недвижимости Красноярска. Это преимущественно панельные дома с несущими стенами без возможности перепланировки. У нас незаконно-то люди делали это в 90-х и в 2000-х. Сейчас это категорически запрещено. За это есть достаточно сильные санкции, как имущественные, так и вплоть до изъятия квартиры. И да, и продажи ее с рынка, с компенсацией и с восстановлением то, чего было там напортачено. Итак, эконом-класс. Панельные дома в спальных районах. Сейчас активно эконом-классом застраиваются окраины города. Типовые планировки квартир. Невысокие потолки, небольшой метраж. Входная группа, дверь, подъезд, лифт. Минимальное благоустройство во дворе. Инфраструктура частичная в виде магазинов и аптек. Дома целыми кварталами сдаются, а школы с садиками в лучшем случае только строятся, а в худшем и не предполагаются. Равно как и парковки. Подземный паркинг, когда ты на лифте прямо с парковки поднимаешься в свою квартиру, это, пожалуй, самый главный критерий и отличие жилья комфорт-класса. Приходят клиенты, которые первый вопрос задают не про ландшафтный дизайн, не про у нас какую-то красивую входную группу. Они задают вопрос, есть там парковка или нет. Потому что люди, которые привыкли жить в нормальном комфорте, они понимают, что это огромный плюс, когда у тебя есть твое место, ты заехал, у тебя машина оттаяла, грубо говоря, зимой, да, либо летом она не нагрелась до каких-то непонятных градусов. Ты спустился, сел, уехал. Итак, комфорт-класс. Монолитно-кирпичный или кирпичные дома. Большой выбор планировок плюс возможность перестроить квартиру на свой вкус на законных основаниях, потому что стены не несущие. Потолки 2,70. Закрытая территория двора с ландшафтным дизайном. В подъезде консьерж. Район со сложившейся инфраструктурой, либо с улучшенной по проекту, если осваивается большая территория. Школы, садики, медучреждения, развлекательные и образовательные центры – все должно быть в шаговой доступности. Ну и транспортная составляющая. Куда же без нее? Жилой комплекс комфорт-класса должен быть буквально окружен дорогами со всех сторон, чтобы можно было направо, налево и прямо поехать и везде выехать, и желательно без пробок. Вот, кстати, строящийся жилой комплекс – отличный тому пример. И остановка общественного транспорта рядом, и до центра почти пешком, и на машине в любом направлении, и по Вятеров, и партизана Железняка, и по Дудинской. Жилой комплекс комфорт-класса «Медео» чуть меньше, чем через год будет возвышаться над взлеткой, как высокогорный спортивный комплекс «Медео» в Казахстане. Его название и его архитектура, кстати, и дали направление мысли красноярским проектировщикам этих небоскребов. Застройщик «Готика Медео» входит в состав группы компаний «Готика». Компания с опытом, более 27 лет на рынке, сдано в эксплуатацию 25 жилых домов. Познакомиться подробнее с проектом жилого комплекса «Медео» можно на сайте medeo24.ru.